Здравствуйте, ребят. Сегодня у нас на обзоре Aegis Pro от AMG. Что хочется сразу сказать. Значит, смотрите. Первое, пойдем сначала. USB 2.0, гарнитура, USB 3.0. Кнопка запуска, ресет, вентиляторами управления, индикация винчестера. Значит, дальше смотрим. Под CD-ромы с механизмом таким открывающимся. То есть это просто вынимается и все. То есть не надо выламывать, там выбивать как раньше. Все довольно-таки грамотно сделано. В общих чертах дизайн. Значит, стеклянная. А, ну давайте сверху. Итак, сверху у нас разъем под винчестер, то есть SATA полноценный. То есть 2,5, 3,5, все встает четко. Вот таким образом и все. И он у вас вставлен. Так, смотрим дальше. Сверху вентилятор, вытяжка, крышка стеклянная. И вот так у нас внутри. Давайте я вам сейчас еще покажу снизу. Итак, вот здесь у нас вот такая ниша, пластиком закрытая, это под SATA подключение винчестера, и так идет до самого запускных кнопок, то есть вот такая пластиковая, просто боксиком сделана. Значит, снизу у нас два фильтра съемных, таких под вентилятор, вентиляторы снаружи ставятся на дно. Если дополнительно, тут вот так ножки нарастили. Вот. Так как снутри, тут уже у нас под блок питания, и уже не поставишь. В общем, корпус мне очень понравился. Рекомендую. Не ожидал я за 3400, когда брал, что вот такой вот классный корпус. Просто брал ATX. Нельзя сказать, что самый дешевый, но в принципе у них цены начинаются от 2 с лишним тысяч. И когда ты за 3-400 берешь вот такой, при этом он крепкий, не как фольга ходит. То есть это такой прямо стоит и как вкопанный. Ну, в общем, на этом все. Про корпус много не расскажешь. Сзади тут еще сделано либо под провода, либо под водянку на внешний вывод. Ну, в общем, корпус реально продуман. Человек с талантом продумывал и дизайнер. Хорошо поработал. Дизайн у корпуса просто классный. Вот здесь такие металлические вставочки. Вот все это дело. В общем, мне очень понравился. Ну, на этом обзор заканчивается краткий. Буду его дальше собирать. Вообще не ожидал. Начал ставить материнку и начал удивляться, насколько классный корпус. Да, кстати, в комплекте очень много дали винтов. То есть у нас получается вот одна, два спикера даже дали, три заглушечки на заднюю панельку, на задние часть. Так, два спикера было в комплекте и вот такой под SSD в 5.25 переходник. Причем переходник тоже довольно крепкий, такой матовый. Ну, в общем, на этом все. Все, ребят, спасибо за просмотр. Всем пока. Если понравилось, ставьте лайки.